Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке».
вперед! Ага. Сига брать? Ага. О. Полетел. О. Слушай, у меня хороший. О. Хороший. У меня руки скидывай прям в течение. Замерзли руки. Не забыла как? Нет, помню. Дальше куда там? Так у меня руки замерзли, не шевелятся. Нет, лодки надо отходить. Это чё, блин? Это чё? Это рыба. А где, блин, у меня удочка-то? А, вот она. Всё, смотри, аккуратно, чтобы тройник в руку не воткнул. Стой, стой. Продук надо достать. Света, подожди, дёрни. Положи. А и дай ножницы-то хоть. Ну, конечно, Света, не надо так делать. Он дернется и подпнет. Смотри, какой красивый. Да. Сейчас, подожди, отцепим. Вот. Нифига себе, как быстро клюнуло. Дай-ка я попробую сама. Да. За крючок. Что такое-то надо за крючок? И тут? А куда рыбу ложить-то? Вот. Главное, чтобы она это все. Попробуем. Кстати, это ведь иди-ка сюда. Смотри, какая у меня эта штука. Вот здесь вот почему постоянно так делается. Это как ее зафиксировать-то вообще? Вот так надо зафиксировать вот здесь. Ничего себе, какой большой! Опять за лохмашку зацепилась. Что-то я тащу, вообще такое огромное походу, типа.
Ой, обалдеть, блин, что это такое-то там? Монстр какой-то. Это бесконечная леска, что ли? Где там дергается кто-нибудь? Да. Че это да? А что не плавится никто нигде? Полом стоит. Да хуй не фрикцион, он работает, она как будто за камень закинет. У тебя нет слов рыбы. Монстр, говорит. Че, камень что ли? Ну елки-палки. Вытащить не могу. Что-то небольшой. Небольшой. О, убить, тоже поймал. Сейчас это у тебя маленький? Да. Я его отпустил. Потеряла, точнее. Я, говорит, его отпустила, точнее, потеряла. Да он маленький был. Пусть живет. А это ты что за шмакодявка? Смотри, какая. Иди-ка сюда. Совсем какие-то мальки тут плавают. Смотри, они, по-моему, рубленые, да? Кто тебе их рубил, кто ты сидел? Геологи. Ага, сейчас. Ну, сверху кололи, мне кажется, да, нет? Да. Шутка лучше, тоже всю кого эти геологи вырубили. Ох, ё-моё.
У нас сейчас шиндарахнет. Фух, мимо. Блин, у меня что-то там... Таймень. Опять... Такой везучий-то, а? Опять повезло, но не тебе. Да я подержу. Не, сам хочу. Ты это, смотри, у нас... Да нормально все. Он сейчас так его устанет. Главное, он тот камень это, оттолкнуться от него. А он такой же, по-моему, да? Да-да-да. Этот же. Этот же. Покоя ему не дает. Смотри, камень, камень. Вон тот, ты вон на тот камень смотри. Я смотрю. Я просто по сыночку. Отойдем? Отойдем. Вообще глубоко. И все. На лодке я с ним долго буду. Но. По-моему, уже готов сдаться. Смотри, блин, вот здесь этот... Синий, да здесь садок. А, сильно не форсируется. Вот с этой стороны надо было. Бля. Сам возьмешь его под лодку. Че, берешь? О. А! Бьешься. Придерживаю. Не могу, он сильный. Очень. Блин, это все у меня далеко. На. Не, это жорево его на. Гальян какой-то, что ли. Все, отпускай его. Он и так дофига уже. Все нормально с ним будет. Все, видишь, он хорошо пошел. На, держи. 2-0, однако. 2-0. 3 или 4 ступеньки, да? Медленно появляется. Вон, видишь, распадок, по нему можно подняться на стол. Да. Вон, по распадку можно на стол подняться. Пойдем? Надо это ботинки высушить. Да ну нафиг. За месяц перед хер дойдешь, наверное. А ты туда этим дроном не летал? Там под ней в это ветер сильный. Постоянно ветер. Шикарный. Ты возьмешь это все, я пошел на эту сторону. Прелесть. Блин. Египет
Ехай, покатились. Что-то нос разгоняет. Жилет что не одел. Рыбачь давай. Кого? Рыбачь давай. Сейчас. Такое место мы езжаем. Живописнейшее. Вот снег на горе лежит. Ага. Снег, снежок, белая метелица. Держись. Дурь такая. Здесь не прикомлит. Заехали. Водичка-то кипит. Вообще кипит. Ладно. Рычать не будем. А? Рычать не будем, говорю. Потихонечку пройдем. Вот здесь ступеньки спрыгиваем, давай пойдем в вал. Вот ступеньки. Проблем с головами нет. Хороший, да? О, шикарный. О, хорошенький.
шикарный парусник. О, мамонт. Не удержать. Ой, дал какой. Килограмм целый. Да ты чё, я же оглушил. Я же оглушил его. Ах ты, сука. Ё-моё, я оглушил его нормально-то. Это не Серёжа. Всё-всё. Есть. Чё, поедем до речки? Поднялись по боковой речке. Тут у нас порожек небольшой с валяющимися скалами. Да рыба не клюет. Игарка, Туруханск, Тура и остальные севера здесь были молодые и жили на ура. И начиная от Бахты, больше нигде не встретишь ты такой пронзительной и строгой красоты. Воль в Туруханске ты не жил, и в Енисее не ловил. Боюсь, в рыбалке ты чего-то упустил. Марлина на Карибах брал, и в Темзе что-то просто там красота, поймал. Друзья, просто равно, мой друг, ты висишь много над рекой и наслаждаешься несет красотой. Несет шубу, вот первый лед, и на Налима перемет. Не свистнуть, и надо говорит ехать, хоть он мороз, хоть снег идет. Пусть даже 42 с утра тебя ждет черная дыра, поскольку это жизнь, а не игра. Прям как ущелье, теперь, да? Теперь, когда ну, почти старик, уехавший на материк, порой обратно хочем так, что прямо в крик. И снится, снится иногда там Енисейская вода. Мультяшки. И раз за разом сейчас будет он нас там жик-жик сюда. И часто снится иногда поедем там Енисейская вода, и раз за разом будет нас тянуть сюда. Нас главное разогнаться. Ой-ой-ой, Игорь. Не представляю. Вон, я уже вижу, где ехать. Держись. Контакт. Ох, кабаняра. Вот это крокодил. Вот это крокодилище. Иногда нам Енисейская вода, и раз за разом будет нас тянуть сюда. И часто снится иногда нам Енисейская вода, и раз за разом будет нас тянуть сюда.
за камнем исчезает, за одним и тем же. Хороший камушек, хорошая рыба. Блин, я этих сапогах точно убьюсь. Еле успел. Ну что, друзья, в этом пейзажегогическом месте мы и закончим наше сегодняшнее путешествие с вами. Сезон по Хариусу был просто обалденный. Новые виды, новые возможности, новый опыт. Все было круто. Сезон был просто на 5 с плюсом. А что там на 5? На 10, да, ведь с плюсом. Обалденный был сезон. Ну и сегодня рыбалка была отличная. Добыли мы максимально допустимую перевозимую норму. Так что за короткий промежуток времени отличная рыбалка. Классно. Жаль, вот морось только все маленько подпортила с полетами. Ну да ничего. Скоро, кстати, у канала день рождения. Всем не хвостань чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. По жидкой воде, по Хариусу. Все. До новых встреч, друзья. До новых встреч на реке. С вами, как обычно, был я, Костян, и Виктор Костяныч. И такое вот обалденное место по красоте. От пристани отходит теплоход. С нами поехал. И нам уже никто не нужен. С нами поехал. Ночное время. Хрен что снимешь. Все понятно. Скажи, Вова, привет. О, привет тебе. Я тебе как передаю на камеру. Разговаривай с тобой. Руханску там помахала? Кому? Руханску. Руханску? Нет, я не буду ему махать. Я вернусь обязательно. Давай, Вова, давай. Давай, ага, давай. Каюта. А вы закрыли дверь-то? Ключ где? Нет. Так ты закрой, ты чё? Да, третьего класса. Пароходы чекал. Не, ну обратно мы точно третьим не поедем. Пассажирам начнется открывать входные двери служебных здесь холодно, помещений. Слушайте. На отопление, которых наверное, указано посторонним входом. Батарею сейчас потрогаем. Краны. Конечно, холодище, смотри какая. Холодная батарея. Открой ее, как ее открыть? Она открытая. Она еле теплая. А, так она, наверное, сейчас нагреется. Она сейчас нагреется. Спасательные. Я буду надеяться, что они нам не пригодятся. Спасательные нагрудники есть. Безопасного пребывания на борту теплохода. Ты что делаешь? Свет есть вот для зеркала. Есть розетка, раньше не было. Ну что? Крутилка какая-то была. Радио прибавлять. Убавил. Ты куда-то туда добавил? На улицу включил? Нет.
Ты что, Витя, сверху или снизу? Сверху. Ты не упадешь? Нет. Точно? Да. Часто снится иногда нам Енисейская вода, и раз за разом будет у нас тянуть сюда. Да фиг его знает куда. Куда-то вниз. Далекий север остался позади, морозный.